А с чем перцы? Ну, мало ли, вдруг какая-то там сюрприз-зявина. Теща на неделю. Теща хоть накормит. Надо, может, ей передать привет как-нибудь, не знаю. Типа, теща, привет. Здорово, теща, привет. Здорово. Всем привет, народ. Рад вас очень видеть. Молодцы, что пришли. Я очень голодный. И, блин, давайте расскажу, что вот это вот за вкуснятина. Мне очень пахнет. Здесь у меня ножки куриные, которые я очень обожаю. Я думаю, их все любят. Некоторые только там со шкуркой что-то выпендриваются. И здесь у меня перец фаршированный, конечно же, от тещи. Жена такое не делает, почему, не знаю. Ей, короче, камень в огород. Вот, здесь у меня помидорчики, слюнка бежит. И здесь лучком посыпано все зелененьким лучком. Скажу одно, лучок мой, не личный. Я его сам выращивал вот этими вот руками в опилках, между прочим. И очень хочу кушать. Всем приятного аппетита. С вами Сеня, мукбанг. Соня тут где-то бегает. Она уже ленится ко мне приходить. У нее отдельный рацион. Давайте будем начинать. Всем приятного аппетита. Не знаю, как вы. Я очень хочу есть. И для меня это второй прием еды за сегодня, окромя некоторых бутербродов, сами понимаете. Ой, как бы это взять? В общем, вкуснятина и только. Поехали. О, вы знаете, как это вкусно. Особенно, когда целый день не кушал. Тут где-то хренчик у меня был. Давайте я сделаю вот так вот. Как бы вот это все дело мы насыпем. Хрен, я когда кушал его на прошлом видео, я его не пробовал, но я имею в виду, какой он по злючести. Он оказался очень злым. Очень. И я просто прям аж прослезился. И прям, ну, откровение прям пошло. Вот. Иногда это нужно делать. Это прочищает очень нос слизистую. И прям как будто поплакал. Знаешь, мужики как бы не плачут. А они могут вот выразить вот так вот свои чувства. Лучком там и все такое. О, класс. Единственное, что... А это же свежие, да, по-моему? Это свежие помидоры. Там соленые, тут свежие. Просто кайф. Мне там один чувачочек, человечек, написал... Главное, я не знаю, как его зовут, он написал не со своего аккаунта, как он написал, тавтология, но тем не менее. Да. Как вы считаете, голодный ли я? Короче, написал, что я недостаточно мужественный. Ой, недостаточно жестко веду свой канал. Если честно, я даже не знаю, как по его идеалу я должен его вести. Почему его мнение считается справедливым? Понятно, что у каждого есть своя точка зрения, но мне очень хочется понять, почему именно так. Блин, вот эта шкурка, я единственное, что я ее не люблю, эту шкурку, которая с перца. А так все, все, конечно же, обожаю. Я должен быть каким-то брутальным. Я не должен присмакивать, приплямкивать. Не знаю, если оно вкусно, мне кажется, даже от пола не зависит. Человек просто начинает муркотеть, просто начинает
закатывать глаза. И, конечно же, каждый судит по себе. Как это вкусно. Прям куриные ножки, прям... Вот, и он, короче, написал, что я какой-то типа не такой, не так себя веду, я не, как вам сказать, возможно, типа нетрадиционной ориентации, но тем не менее, вы все знаете, что у меня есть жена, есть ребенок. Эта шкурка, она мне не нравится, я немножко в сторону отложу, вот, а все остальное, конечно же, я очень-очень-очень скушаю. Конечно же, у каждого свое мнение, своя точка, но я не знаю почему. Я не буду как-то комментировать, что ли. Скажу одно, я такой, какой я есть, и, ну, реально. Вот если люди меня знают, там, да, некоторые, которые меня смотрят, ну, я реально так кушаю, и если мне вкусно, ну, почему бы об этом не сказать? А просто так там кушать, знаешь, как-то и молчать, ну, это отдельный вид. Я вот люблю осиножку, допустим, да, и она вот с крячечком, то взять ее, немножечко погрызть. Даже взять, посмоктать. Это практически... неотъемлемо. Сонька, ты здесь? Поставил хренчик. И она прям... Ой, сейчас, секундочку. Твою дивизию. Вот это вот в жестких условиях работаем. О! Бывают всякие ситуации. Ну, из песни слов не выкинешь. Бывает всякое. А еще мне этот друг, в кавычках, написал, что не надо рассказывать о друзьях, о личном не надо рассказывать, не надо рассказывать о работе. Ну, блин, правда, ну у меня все это состоит, жизнь из этого состоит. Ты приходишь домой, у тебя дома жена, у тебя личная. Ты приходишь на работу, у тебя там дома коллеги. У коллеги это работа получается. Все, больше у меня ничего нет, я никуда не хожу. Единственное, кроме того, как очень редко мы ходим там то в кино, то в парк. Соню бывало водили, ну я там все рассказывал, но это личное, это все личное. Это, конечно, вкусно. Но, мне кажется, без личного никуда. А с кем я могу еще поделиться, понимаете? Я вот прихожу сюда, прихожу на YouTube, к вам. Для чего? Для того, чтобы что-то рассказать, чем-то поделиться. Какой-то услышать ответ. Этот ответ, возможно, повлияет на мою жизнь, либо на выбор, да, допустим, как мы телевизор выбирали, помните? Ой, вообще капец. Я спрашивал, да, вас, как перец съесть и не съесть эту кожуру. В общем, едим все, называется.
Так что как-то так не получается без личного ничего. Говорит, не рассказывай про своего друга. Ну куда мне не рассказывать, если от него половина нашей работы удивляется и балдеет, понимаете? Потому что он слово за слово и скажет какой-нибудь прикол. Ё-моё, Сонч. Сонч, какой сюрприз. Давай. Маленький у тебя кусочек. Да, уже наши зрители забыли, как ты можешь появляться здесь на кадре. Капец. Вот это мы будем думать еще 3 дня. Вы посмотрите. Я уже думал все. Как мы, Сонька, с тобой едим, а? В 2 горла. По-моему, нормально. Если бы ты еще все ела. А, было такое, когда она уже сидела на своей диете. Она это кошка. Я, короче, втихарца карманул. И кто-то в комментариях пишет: ой, кошка так хорошо кушает. Ну, естественно, этот комментарий прочитали кто? Угу, правильно. Главный кормитель нашей Ксюши. Ксюши, Сони, господи. Ксюша у меня раньше была. Ксюша тоже живая, и она живет с моей дочкой. В общем, очень старая кошка, молодец, держится. Вот, в общем, короче, комментарии прочитали, и вы, оказывается, меня сдали, потому что я какой плохой. Что взял, я слушался, что взял и накормил. На солнце. Как же давно ты здесь прям не сидела. Раньше я вообще даже не понимал, как это зеленые помидоры могут быть вкусные. Вообще. А сейчас прям залетают, прям как дети в школу. Да, Сонч? Ты думаешь, что тебе? Ты такое не ешь. Итак, Сонч, давай, будешь мне помогать. Ой, ё-моё. Всё, дырявая. Помощница с тебя так себе. Что, Сонечка, потеряла? А ты хочешь со второй стороны? А, так, ладно.
конечно же, мы заелись, и салфеток ремень на ремень уже все истратил. Народ, я покушал, как свинья, блин, уже вымазался, но это все вкусно. Вкусно было, я наелся, реально было очень классно. Еще я купил килограмм мороженого сегодня, и мы вечерочком его покушаем. Кто хочет мороженое, с вас лайк, а вы пишите вопросы, там, если что, там какие-то ситуации интересные, конечно же, пишите, не забывайте. С вами был Сеня, приятно было с вами покушать, пообщаться, хорошего всем дня, до новых встреч, пока-пока. До свидания.